Хэйча Любао, 8-7, чернослив. Корзиночная поставка. Дити чай из ассортимента чайного куба «Дом чая», Москва. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Дерево с камфорной нотой. Чернослив. Чернослив с деревом и камфорой. Сырье с однородной ферментацией, и это плюс. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 60% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 80% от нормы. Четвертый пролив 60% от нормы. Пятый пролив 40% от нормы. Чай заваривается спокойно. Присутствует ограниченная защита от дурака. В нефть этот чай не убежит. Вкус заваренного чая сбалансированный. Печеные нотки. Приятная терпкость. Чернослив с древесной ноткой. Во вкусе также проступают виноградные нотки и нотки изюм. Чай можно обозначить как хэйча для девочек. Аромат заваренного чая. Терпкое дерево со слегка подкопченным черносливом. Чай бодрит и расслабляет одновременно. Микропузырьки в теле чая под поверхностью. И это плюс. Длящиеся послевкусия. Чай мягко, но сильно прогревает. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.